Всех приветствую, с вами Хомяк. Ой, блять, не тот сценарий. Всех приветствую, с вами Брухнаут, и сегодня мы напишем Нигротрип, бит за 15 минут. Погнали, ебано в рот. В данном туториале используются ваншоты из драм-кита Майк Зарасташ. Ах да, чуть не забыл, надо повешать на мастер. Клиппер-сатуратор ньюфанглет сатураты. Подбираем ваншоты. Так как мы пишем некротрип, наш кик должен жестко долбить по ушам. Поэтому мы прямо темплере выкручиваем буст. Также не забываем подкорректировать длину кика крутилка-яут. Теперь выбираем хуй-хет. Выкручиваем буст у зуй-хета так, чтоб он въедался в уши. Подбираем два снейлера, один будет основным, другой будет выступать в качестве римшота. Прописываем снейлер с римшотом. Пришло время пустить кик в дело. Можете прописывать удары как вам угодно, можно даже не юзать ремшоты и нахуичить с провежих по кику и хетам, ибо в этом жанре все решают хорошо обработанный бас. Прописываем хеты, в данном туториале я ебану просто прямые хеты для наглядности. Теперь нужно подобрать 808 бас. В общем, я подобрал 808 бас и обработал его в работке фейс. Дисторшн искажает бас, делая его более плотным. Максимус делает бас жирней. FX — это главный плагин в Некротрипе. При помощи него делают необычный бас, который стал особенностью жанра. Хорус делает бас чуточку объемнее. Фрути, Блад Овердрайв перегружает бас. Камил Крашер добавляет еще верхов и хруста басу. Лимитер — это сайдчейн с кика на бас. Теперь прописываем бас.
выделяем все ударные и отправляем на микшер сочетанием клавиш Shift Ctrl L. Делаем сайдчейн от кика басу. Рычита совсем не слышно, бустим инверх с серединой при помощи эквализации. И баним немного реверба. Итак, основа готова, осталось найти жуткий сэмпл и сделать структуру, и бит будет готов. Я запитчил сэмпл на 3 полутона вниз, чтобы сэмпл звучал более жутко. Ищем самый сочный кусок у сэмпла и вырезаем его. Теперь срезаем низ у сэмпла эквалайзером. Перегружаем его камеру крашером. Кидаем на сэмпл чорус. Теперь я разделил паттерн с басом и ударными для того, чтобы начать делать структуру. Со структурой можете извращаться как хотите, я сделаю все максимально просто для наглядности. На этом мы закончим, всем спасибо за внимание, теперь можете кайфануть от результата.